Ох, сколько же много после последнего ролика моего предыдущего, то есть я получил комментариев о том, что я ничего не знаю, я наказываю людей без причин, я не в курсе правил обновлений, и вообще я очень-очень плохой такой, знаете, админ. И все бы ничего, но на момент снятия прошлого ролика я действительно не знал многих аспектов, однако никаких ошибок я не совершил. Блин, что это за чел? Почему он катается везде, где попало? Ну просто фишка в том, что он в киллисте уже был, и с таким странным ником он может вообще как бы спокойно ДМить. Ну ладно, я по приколу сейчас просто чекну быстренько его историю наказаний. Ничего пока нет, окей. Короче, как вы знаете... После последней обновы изменились некоторые глобальные правила по всей Аризоне касаемо гетто. Мне начали писать о том, что я сажаю, выдаю ганбан, вард или что-то еще людей без причин. Мол, сейчас на Аризону добавили войну банд. То есть теперь какая-то банда может объявить, грубо говоря, войну другой банде. И теперь они могут без причин друг друга фигачить, а за это получать бабки. Ну вот, пожалуйста, еще и чел, походу, с клео-скиллами. Блин, вот так всегда снимаешь, знаете, ролик, а в итоге, пока что-то говоришь, появляется чел, который просто нарушает. Короче, вот, мы видим то, что у него не прокачаны скиллы, 1%. В общем, ладно, давайте просто тихим баном его снесем. 62, 30, читы, клео-скиллы и ДМ. Пусть будет так. Нам такие игроки здесь не нужны, отдыхай. Так вот, к чему я? Якобы сейчас можно темить другие банды, если у них имеется какая-то объявленная война между друг другом. И все бы ничего, если бы это было так, я бы даже не спорил. Мне, возможно, бы пришлось бы переучиться, чекать разные дипломатии между бандами и все вот в этом духе. Однако, после последнего ролика мне написал один крупный игрок Аризоны. Я, наверное, не буду его палить имя, потому что он неоднократно мне говорил, чтобы я особо не палил его. Поэтому пусть будет так. Короче, он меня проинформировал о многих вещах касаемо того, что сейчас происходит. Даже админы некоторые мне помогли в этом. Так вот, он мне скинул ссылочку на форум Аризоны со списком правил, где как раз-таки вот эта вот обнова с дипломатиями и где объявляется война от одной банды к другой, было написано очень много интересных вещей. Да, действительно, лидер банды может другой банде объявить войну. И когда между двумя бандами война и один чел из одной банды сливает другого из другой банды, за это он получает баб. И казалось бы, нифига себе, ну все, вступаю, например, в ночные волки и буду фигачиться с грувами, потому что между ними сейчас какая-то война идет. Буду сейчас бабки лутать. Там вроде по 100 тысяч или поскольку, я даже не знаю, лутают бабки, казалось бы, за один килл. Однако, я испугался того, что, блин, реально придется сейчас адаптироваться под новые условия, как-то чекать какие-то дипломатии, у админов вообще доступа к этому нету, нужно типа там вступать в банды, смотреть все эти приколы. Но наша ГА написала, так сказать, черным по белому на форуме, что во время войны между бандами, да, ты можешь нападать, использовать любые аксы, а армор можешь использовать, не в бою, конечно, но тоже имеешь право, маски там использовать, хилиться различными приколами, короче, куча-куча всего. И это было в графе «разрешено», а там еще была графа «запрещено», где самый первый пункт гласил о том, что ни при каких условиях нельзя нападать на чужую банду без РП отыгровки. И потом еще слэш диалога. Вот, типа, прям во время капта, походу, уволили или что? Забавно. Сейчас я договорю. Его примут или что? Прям во время капта? Или он будет сейчас деймить? Какая-то странная ситуация, если честно. Ладно, возвращаемся к теме. Что это значит РП диалог? Что такое РП отыгровка? А все очень просто. Как и всегда было на Аризоне до этой обновы, я всегда говорил, что я ни при каких условиях никак не накажу человека, если он кого-то слил, а до этого между ним и тем типом, которого он слил, была РП-ситуация какая-то. То есть, если вы находитесь, допустим, в одной банде, а в той банде, с которой у вас война, вы решили слить какого-то типа, то прежде чем подойти к нему и в наглую, как многие сейчас это делают, начать его сузишек поливать там с кучей аксов и прочей фигни, вы должны начать РП-ситуацию. РП-диалог без нарушения, то есть если вы во время РП-диалога начинаете говорить то, что не является, как бы, ну, не относится точнее к РП-ситуации, все, вы все нарушили, как бы, все обнуляется, и любой ваш килл или урон будет считаться за ДМ. Так вот, вы начинаете РП-диалог, и самое важное в РП-ситуации, это не просто подойти, слэш ми, достал там дигл, УЗИ и начал фигачить там в какого-то типа, нет. Вы должны начать РП-диалог так, чтобы тот игрок, которого вы сливали, точно так же в
ответ стал отыгрывать РП. Поэтому все вот эти вот гении, которые еще с 2018 года сидят на Аризоне и пытаются подойти написать «Slash me», начал ограбление или что-то в этом духе, и потом сливают типа, как и раньше были наказаны мною, так и сейчас я буду их по КД наказывать и сливать. Я вот эти вот дни специально не заходил в игру, потому что знал, что есть типы, которые до сих пор нарушают, они не в курсе всех этих моментов. Большое спасибо, кстати, человеку, который мне вообще скинул ссылку на эту статью на форуме. Поэтому, по сути, то, чего я боялся, не произошло. Мне не нужно там чекать все банды, все дипломатии. По сути, все происходит на том же уровне, что и тогда. Да, вы имеете право напасть на противоположную банду, но только ПРП. По сути, как и раньше это было. Поэтому, если я увижу хоть какого-то типа, который состоит в одной банде и нападает на другую, а потом получает от меня наказание и пишет в репорт типа «Да, ты че офигел? Между нами война! Мы имеем право!» Нет, дружище, ты не отыграл РП, и поэтому точно так же, как и раньше, получишь от меня ганбан на пару недель, а может быть и на месяц. Слишком уж много разных нытиков развелось, поэтому будем с ними бороться. Ведь если посмотреть на ситуацию с другой стороны, вот представим себе типа, который зашел, допустим, там по моему ролику, или просто нашел наш сервер, такой начал играть, развиваться, вступил в банду, думает, о, пройду там квесты, может что-то еще по делу, повеселюсь. Катается такой по гетто, никому не мешает, никого не трогает, все с ним хорошо. Даже, знаете, на копты не ходит, чтобы никому там не портить статистику на коптах. Катается, к нему подбегает какой-то чел непонятный, сливает его, лутает с него же его деньги, и такой, между нами война. Это самый настоящий ДМ, ни больше, ни меньше. И опять-таки, это все не я придумал, даже не смейте мне говорить, что я в чем-то виноват. Меня тут недавно пытались обвинить в том, что я якобы УЗИшки запретил там и обрезал вот эти все патроны, хотя это сделали разработчики. Точно так же здесь есть правила сервера, всего проекта, и их нарушать нельзя. Я как админ обязан этим правилам подчиняться. Если бы были другие правила, если бы можно было всех по КД ДМить, ну что ж, хорошо, тогда я бы к этому как-то привык и адаптировался. Но, учитывая то, что правила такие, я буду следить за тем, чтобы их не нарушали. А все те типы, которые такие, знаете, потирали ручки, думали, ох, сейчас начнется, сейчас буду лутать всяких типов, бабки буду их разносить, там всяких аксов. Нет, увы, у вас ничего не получится. Я по-прежнему в игре и по-прежнему наказываю всех типов, которые творят всякую дичь. Пока что в игре какой-то капт идет, поэтому я особо не буду, наверное, обращать на это внимание между Вагасами и Ацтек. Но будем чекать типов, которые могут позволить себе нарушать. Походу, это еще один тип, который, знаете, прям в своей же фам-хате сливает своих же софамовцев. Я таких вообще не уважаю. Если бы это был в моей фаме, чел, он бы сразу в ЧС улетел. В ЧС фамы, я имею в виду. Но я не знаю, кто это такой и вообще фам-хата ли это или что, но очень похоже. Или просто квартира какая-то, ну, какой-то броник, кстати, крутился. В общем, ладно, не знаю, что это, но ради... Да, это фамхата. Сейчас чекну его 589-го историю наказания, чтобы знать, что это за персонаж. Ну, ДМчик у него есть. Тут еще ДМ. Не супер много, но все же имеется. Ладно, пока не будем на него обращать внимание. Челики коптятся. Кстати, 259-й, помню, мелькал у нас в килл-листе, причем неоднократно. Так, стоп, ты что, в моей фаме состоишь? Каким-то чудом попал сюда и фигачит по скутеру, в котором никого нету, там даже урон не прошел. Так, секунду, я же знаю, что ты нарушитель, если мне не изменяет память. Ну-ка, 259-й. Ну да, у него ДМчик тут, еще ДМчик. Какого это числа? А, так это конец августа. Несколько дней назад, грубо говоря. Тут еще куча нарушений. Я не помню, наказывал я его или нет, но во всяком случае, то, что он нарушитель, я точно помню. Он, кстати, играет с мобайла. Удивительно. Всегда, наверное, буду удивляться тому, как типы умудряются с мобайла хоть кого-то сливать, потому что это прям нужно нехило так задротить, чтобы пальцы приловчились к тому, чтобы что-то там нажимать, и все вот в этом духе. Ну да ладно, пока что он просто катается, и в принципе, какой-либо угрозы не представляет для сервера. Наверное, не будем особо на это обращать внимание. Надо дождаться, на самом деле, когда закончится капт, потому что, видите, капт идет, и из-за этого весь килл-лист забит этим, а я не особо люблю все эти мероприятия, в том плане, что они просто выбивают из колеи, и очень сложно найти типов, которые реально могут дэмить там или нарушать. Кстати, есть еще одна интересная обнова. Если вы хотите подемиться, то, как вы знаете, тут добавили ДМ-зону, я изучил ее, вот она, у притона как раз-таки. Зайдя в нее, вы можете друг с другом перестреливаться, не нарушая правила, не используя плюсы, хил в бою и прочие приколы. Ваша задача исключительно
находиться в той зоне и друг с другом фигачиться, потому что если вы там сольетесь, вас там же и заспавнит. Но если вы будете дэмиться вне этой зоны, это уже будет самый натуральный ДМ, и за него вы тоже отлетите. Поэтому да, с этим, я думаю, выяснили. Блин, меня все-таки засекли, видите, чел написал «Да, паку!» крикнул. Скорее всего, просто чекнул мне. Ну, кстати, странно, слушайте, 33-й кричит «Да, паку!», когда я летал над ними. Что за бред? Потому что он никак не мог меня увидеть. Это прям 100%. Он никак не мог меня увидеть. Скорее всего, у челика просто ВХ. Я слишком высоко летал, и он не мог никак меня заметить с такой дальности. Блин, странно. Но походу он спалился. Походу он играет реально с щитами. Ну-ка, тебя вообще не банили никогда? 33-й, ты вообще кто? У него уровень 82-й, достаточно крупный, бегает по центру гетто. Кстати, да, ДМчик, ДМчик. Пару раз мы это уже видели. Еще ДМ, жалобы всякие на него. Понятно. И это все, в принципе, недавно даже. Хм, ну такое себе, это, видите, все это август. И даже начало сентября у нас уже есть обход ВР, автоп, что-то еще. И ДМчик в конце августа, ну несколько дней назад. Ну такое. Неужели ты реально играешь с софтами, да еще и... пытаешься дэмить. Это прям не очень круто. Так, 723 там какой-то типчик едет. Опа, перезаряжается даже. Но не в моей фаме, это уже хорошо. 36 левел, 723. Сразу чекаем историю наказаний. Куча дэма, обалдеть. Ладно, я просто раньше его особо не видел. Если он сейчас зайдет в дэм-зону, то почти претензий к нему не будет, если он не будет софтить. Точнее, не софтить, а плюс сэшить. Что-то я уже оговариваюсь. Так, он подошел к лавке и что-то замер вообще. Алло, мистер. Я как бы хочу за всеми следить тоже, а вы стоите тут на этом, на месте и все. Последний раз, когда я чекал банды, между грувами и волками была война. И они там друг друга просто без разбора фигачили, чего ни в коем случае делать нельзя. Вот там, кстати, челик только что попытался за плюс сэшить, что не есть хорошо, но вроде как он это не специально сделал, поэтому ладно. Так, там какие-то челики куда-то слишком далеко убежали, погодите-ка. Просто этот чел тоже дэмил и уже неоднократно попадает в мои ролики. Ну-ка, интересно, за последние дни его вообще откидывали за что-то? Ну так, слушайте, у него тут был 2 сентября ДМ. Еще 2 сентября ДМ. Забанили на 3 дня. Ого, за оскорбление администрации. А, ну Мараса Шакура, понятно. Здесь ДМ, тут ДМ. Да, в принципе, ничего удивительного от такого игрока. Когда заходит, например, Марас к нам... Понятное дело, он вообще не сдерживается. Типа, если ты нарушаешь или позволяешь себе общаться с администрацией без уважения, так сказать, то, естественно, тебя будут банить. Чему тут удивляться? Тут скорее виновато воспитание или его отсутствие. Ну, в общем, не так важно. Но пока, слушайте, они не рискуют. Возможно, я спалился то, что пролетал здесь над ними, и они из-за этого такие... Типа, о, да, по рядам, не будем его, это, не будем нарушать, чтобы он нас не откинул. Вполне вероятно, что так все и работает, но точно не знаю. Тут надо чекать типов, которые реально могут дэмить. Но видите, все вот эти вот обновы с запретом на узишки, точнее, дюпа патронов, халявного дюпа. Теперь реально узишки нужно крафтить, как это, в принципе, изначально и должно было быть, ну да ладно. И вообще всеми вот этими вот жесткими ограничениями дэма реально стало меньше, это приятно. Приятно, потому что я, по сути, зову ребят играть к себе на сервер, да, и они приходят, многие такие, о, да, я пойду играть с тобой, и им неприятно видеть то, что тут находятся челики, которые способны их слить, причем без причины. Поэтому да, я за все вот эти обновления только за, лишь бы больше было грана для всяких ДМщиков. Пусть играют по правилам просто, развиваются, покупают все разные имущества, всякие приколы, но никак не для того, чтобы просто брать, разносить всех, а потом говорить, я в игре добился всего. Есть челики, которые на Vice City уже миллиарды вот этих Vice City коинов подняли себе, им все мало. Развиваются и развиваются. А есть типы, которые достигли какого-то маленького уровня, купили себе аксики, такие, я добился всего, ну что же мне еще нужно для ДМа, для нарушения правил. Ну, не знаю, на что они надеются, но... За грамотную и спокойную игру я буду всегда топить, поэтому таких типов я тоже буду не щадить. Пусть дальше ноют, мне в принципе по барабану. Так, ладно. Тут пока в принципе тишина, вроде челики на фоне хоть и махаются, но как-то по-дружески. Что за Руан Лакости? О, его повязали копу, он видимо какого-то копа слил. Его, кстати, почему-то оглушили, но он спокойно бежит дальше. Это вообще как? В тачку пытается сесть. А как? Или это его так повело, типа, за этим, за машиной? Так, ну его опять оглушили, он опять лежит. Я надеюсь, то, что он не будет юзать какие-то софты, которые снимают всю вот эту вот темочку и сбивают анимку, и он потом будет снова бегать. Ну пока что вроде как он реально оглушен, пытается, видите, сбить анимку, но как-то мало успешно, что ли. Я не понимаю, чем это все закончится. Тут еще какой-то челик подъехал, начал по ним фигачить, смотрите-ка, бегает там с этими...
с обрезами. Богатый, что ли? 206-й. Ну-ка, давайте-ка чекнем его, потому что мне он не особо нравится. Он гражданский даже. Ну-ка, чек пуниш. Плюс С, юпахенус, сука, какой-то. Ладно, ТК тут было, ДБ. Это все август, кстати, в этом году. Ну и куча еще разных нарушений. И в итоге, пока стоял на месте вафлил, его тупо слили. Ну, ничего удивительного, в принципе. Че хотел заказать? О, чел, просто бомбанул. Аризона, говно, админы. Ну, короче, понятно. 2.77. Какой там у тебя уровень? Мне кажется, первый вообще. А, шестой. Ничего себе. Ну, давайте тихим баном просто снесем. 2.77, 30. Неадекват. Да, счастливо, чел. Не знаю, что ты хотел, но ты это, видимо, получил. Так, ладно, чекаем дальше. Это до сих пор капт, что ли? Да нет, кстати, капта нету. А типчик дэмится. Взял, слил другого игрока зачем-то. Ладно, странная картина. Но он ушел в АФК, и, в принципе, он даже написал, куда он ушел, поэтому, наверное, не будем его беспокоить. Но если ты еще раз попадешься в килл-листе, типок, я тебя, это, накажу. А, ну, слушайте, у него тут ДМчик есть, ДМ есть, ДБ еще. Это все конец августа, тут ДМ. Пресс F. Ну, такое себе. Что-то мне это не особо нравится. Ладно, не будем опять-таки трогать это. Так, стоп, тут пришел какой-то челик на респу. Dog Black. И его зафигачил вот этот вот тип, используя сбивку во время выстрелов. Ну, это уже нарушение, в принципе, я, наверное, сейчас его и накажу. Так, погодите-ка, это Ахан-Ахан вот этот. Ой-ой-ой, нарушений-то сколько, чел! На что ты надеялся? Камон! Ладно, ганбан 48-15. ДМ, слэш, плюс С. Видимо, хотел сменой ник от меня спрятаться, но видишь, я тебя нашел и снова тебе выдаю пару недель ганбанчика. Наверное, на капты ходил, да, веселился, но теперь тебе это не поможет. Пипец! Ну да. А что ты хотел? Чтобы тебя вот так вот дальше щадили всякими демарганчиками? А все, он просто прыгнул и вышел. Нет, так это работать не будет. Я этого не допущу. Так, чекаем дальше. Что-то странное. Почему гров все разносят так? А это что? Он за каким-то кладом пролетел или что? Я не очень понимаю. Нифига, у типа уровень 412. Он что, тут живет на сервере, что ли? Ты хоть ешь это в жизни-то? Или только за компом? Ладно, страшная картина. Наверное, пока не буду его трогать. Хотя, вдруг 412 левел окажется этим ДМщиком. Не, у него куча мутов за всякую рекламу. И, в принципе, она еще, видите, даже не в августе. Поэтому вряд ли он прям нарушает, если и позволяет, только, видимо, во время обороны. Он, чел, пишет: «Да, позачем ты админам сказал баг с УЗИ убрать? Теперь одну штуку по 5-10к брать». Я, во-первых, никому ничего не говорил, только в своих роликах озвучивал свое мнение. Вот, а то, что они решили все-таки это сделать, это уже их решение, и я во все это не лезу. Но я это поддерживаю, потому что и так-то, блин, все с УЗИшками бегали, с супероксами, и тупо разносили. Не-не-не, я против. Если была бы моя воля, я бы все эти УЗИшки и обрезы нафиг убрал, сделал бы как раньше, чтобы были диглы и эмочки, а не все вот это вот добро. Но, к сожалению, убрать то, что уже добавили, в принципе, невозможно, поэтому да. Это только в далеком будущем возможно переосмысление каких-то правил, и, возможно, уберут и УЗИшки, уберут и обрезы, но, опять-таки, я слабо в это верю. Лучше просто маленький урон на все сделать, чтобы никто не позволял себе очень жестко софтить, нарушать, дэмить и прочее. Так, ладно, что за Габриэл Лебедев? Это чел из полиции, ЛВПД, кстати, из Лас-Вентураса пришел, а его уже фигачат. На что он надеялся, я не знаю, но его сейчас просто запинают. Ну да, его в итоге слили. Какой-то Русья. Что-то он... Челика слили, он сразу вышел. А, стоп, его что, посадили? Да, его посадили на 100 минут. Кстати, ГА посадила за ДМчик. В принципе, заслужит, а получается. Так, 530. Что там у тебя вообще было? А, я ему ганбан выдавал. У него был раньше ник Русья Кингслеу. Я всего лишь 5 дней выдавал ему 29 августа. Так это недавно было. Обалдеть. То есть он получил ганбан и только его снял, считайте, вот-вот. И сразу же продолжил дэмить. О, не-не-не. Так, сразу же чекаем твой UID, потому что мне это пригодится. Я буду чекать твои логи. Так, UID 148-5437. Все. Смена ника теперь больше тебе не помогут. Если замечу за тобой еще хоть какой-то ДМ, жди месяц ганбана. Стабильно, потому что это полный бред. Я в особенности ненавижу тех типов, которые, блин, дожидаются снятия ганбана и вместо того, чтобы усвоить урок, продолжают по новой нарушать. Ну, успехов тебе, если хочешь потерять игру на нашем сервере. Так, а тем временем у нас... Стоп, что? Почему на каждой респе происходит какой-то кипиш? То грува этот чел слил, теперь по нему стреляет какой-то гражданский и убегает просто. Стой! Не гаси! Смысл? Короче, понятно. Как-то его дефают, этого типа, не хотят, чтобы его слили.
И в итоге он просто уезжает. Ну, странно. Я не знаю, этот человек вообще нарушитель или просто оборона у него была такая. 743, ну-ка. Так, слушайте, ну у него, смотрите-ка, тут есть, во-первых, старый ник, Street Knicht, это раз. И, кстати, там как-то подозрительно за грувом все едут, как будто бы пытаются его взять и слить хотят. Или что? Стоять! Кричит, короче. И начинает просто фигачить по нему. Это что такое? Это типа ролиплей? Да. Напоминаю, РП — это диалог между двумя людьми. Нужно, чтобы второй чел тоже отыгрывал РП, а не просто играл в свое удовольствие. Иначе ты просто берешь и портишь человеку игру, который хотел спокойно играть. Да, какая-то кринжовая картина. Так, еще раз чекаем 743-го, так и не просмотрел. Так, СКДМ, жалоба. ДМчик тут и ДМчик здесь. И да, старый ник Street Knick. Понятно. Ну да, он ДМит. Он пытается нападать на грувов. Я более чем уверен, что он даже не в курсе правила того, что нападение без отыгрыша РП — это самый натуральный ДМ, и он не стесняется вообще брать и нарушать. Ну окей, давайте я, наверное, сейчас послежу за ним и попробую посмотреть, рискнет ли он еще раз на кого-то также напасть без отыгрыша РП. Можно на смук банде, там в репорт уже пишет. А почему нельзя-то? Странный какой-то вопрос, ну да ладно. Так, тут грува пинают уже, вообще не щадя, в центре гетто. Бред какой-то, если честно. Так, и тут копы стояли, как будто бы что-то чекали. Габриэль Лебедев. Это тот самый чел, который вроде приезжал туда, его слили, да, в итоге? Стоять! Он всем кричит стоять или что? Почему он всем говорит стоять, а его в итоге коп послал куда подальше? Он еще спрашивает, почему один? Ну, конечно, да, странно, что он патрулирует один, чего делать, наверное, все-таки нельзя. А вот этого грува, кстати, он не трогает почему-то. Может быть, боится то, что его в итоге сольют, потому что у этого типа вообще аксов никаких нету. Ладно. Ну так что, ты найдешь себе мишень-то какую-то очередную, или ты все-таки это, успокоишься? Или, может быть, он будет чьей-то мишенью, потому что в грувы тоже же могут на него нападать. Ладно, посмотрим. Так, по нему что-то попали зачем-то. Что это за микротычки? Блин, мне уже достали они. Они потом ведь, когда их наказываешь за эти микротычки, они пишут: «Ой, случайно нажал на левую кнопку 512 раз». Ребят, если у вас какой-то тремор рук, они у вас постоянно трясутся, и вы случайно нажимаете на кнопки, то вместо того, чтобы оправдания себе такие искать, идите к врачу. Пусть у вас это все вылечит. А не вечно, блин, нажимать случайно тычки. И потом говорить, что «Ой, случайно, ой, я не хотел». Так, ну он, короче, просто катается, уехал уже оттуда. И я даже не знаю, будет ли он нарушать. Ну, короче, он что-то в закуп пошел. Опа, это что такое? Калин, какой-то, не знаю, чел необычный. Ну, кстати, знаете что? Он слил типа с ником Скинхед, Скинхеадов. Второй левел. У него, может, даже скиллов нету. 7-5-3. Да, скиллов у него нету. А история наказания есть на втором уровне? Тоже нету, кстати. Но видите, он играет с мобилки, поэтому это не супер опасный чел. Его даже без скиллов. Ой, без скиллов. Да и может даже и без скиллов. Хотел сказать, без аксов. Могут слить без проблем. Так, вернемся, наверное, вот за этим челиком. Я ведь когда зашел, я не чекнул его историю наказаний. А у него, как видите, куча ДМа. Раньше, кстати, у него был ник Калин Кадзушкин какой-то. А, так такой же сейчас стоит. Я понял. Погоди, ты что там? А, я уж думал, ты хочешь эту респу-грув поливать, сэмочки. Такое я сразу осуждаю. Мне это не нравится. Даже не рискуй, друг. Фига там челики под мостом тусуются, кстати. Но если я не ошибаюсь, если до сих пор ничего не поменялось, то должен быть вар между волками и грув, это точно. Остальные банды я еще не чекал, надо будет потом это все где-то записать, все это проверять. Но, в принципе, это не так важно, потому что какой бы ни был ДМ, это ДМ. А когда челик отыгрывает РП, ты можешь даже нападать на банду, которой у вас не было вара. Главное, взаимное РП. Так, он подъезжает к тусовке какой-то, тут опять этот коп. И как будто бы коп плюс сэшил, или что-то мне сейчас, может, показалось. Ну да, и он начинает тоже фигачить. Да, он тоже начинает. Это ДМ, он никак вообще не связан с этой темочкой. Ну давайте еще раз освежаем память 170-го. Да, куча ДМа. Окей. Давайте ганбан. 175 ДМ. Думаю. Ну, надеюсь, для тебя это будет уроком. Если нет, получишь больше. Но ближайшие 5 дней ты никого не трогай, пожалуйста, иначе будет только хуже. Да, проверил уже эмочку, она пропала, потому что все, 5 дней сидишь на месте. Он, короче, в итоге радуется тому, что ему 5 дней дали. Ну ладно, не будем его трогать. А, это капт, я уж думал это. Челик тут решил разнести респу, может, от стека, в итоге это просто капт. Ладно, ребят, в общем, самое главное, не забывайте, что новые правила, и нарушать их ни в коем случае нельзя. А если вы обычный игрок, спокойный, не нарушаете, то просто не переживайте, играйте, как играли раньше. А я буду следить за тем, чтобы таких, как вы, ни в коем случае не пытались дэмить или сливать
всякие офигевшие типы. Конечно же, данный ролик снимался на сервере Arizona Saint Rose, если что, я играю только здесь. Если вы хотите поиграть вместе со мной, попасть ко мне в видео или в мою полностью прокачанную семью на сервере, помните самое главное, вас здесь ждет очень крупный и приятный бонус. Смотрите, если вы при регистрации укажете мой ник вот так и всего лишь на 5 уровне промокод хэштег DAPO, за эти два абсолютно простых действия вы получите больше 1 000 000 вирт на руки. А на начальном этапе игры эти деньги вам очень пригодятся, поэтому скорее заходите, играйте вместе со мной, если что, я уже на сервере и каждого из вас с огромной радостью жду. Ну а с вами был DAPO, всем спасибо за просмотр, совсем скоро увидимся в новом ролике. Всем пока!